Привет, друзья! Что сегодня сулит Луна? А также, так как мы весь прошлый год собирали для вас приметы на каждый день, и чтобы не повторяться, вы можете посмотреть приметы на этот день по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. На дату 14 января 2019 года Луна находится в фазе первая четверть. Это 9-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен. Этот период очень благоприятен для принятия быстрых решений и быстрых действий. Это касается как рабочей сферы, так и личной. Вы должны проявить активность, показать свои умения и свое превосходство среди коллег. На личном фронте пора делать следующий шаг, и только от вас зависит, каким он будет. Но не стоит начинать новых дел. Лучше всего привести в порядок давно начатые и ждущие финальных штрихов. Однако будьте внимательны в своих высказываниях, дабы не провоцировать ненужные конфликты. В этот лунный период лучше всего опасаться режущих предметов и огня. Вы можете получить травму. Будьте осторожны и рассудительны. Также в этот день вас будут преследовать всевозможные вещие знаки. Главное правильно их истолковать и делать нужные выводы. День недели понедельник. Этим днем управляет ночное солнце, то есть Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день нас захлестывают эмоции, поэтому удачи чередуются с неудачами, успехи с поражениями. Все становится ненадежным и относительным. Вплоть до того, что верные друзья могут подвести вас, а недруги помочь. Астрологи в этот день советуют полагаться только на свою интуицию, ведь ваш рассудок может попросту вас подвести. Стрижка. Эту процедуру стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде. Волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися. Окрашивание. Удачно пройдет любое окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Пользу принесет массаж головы. Приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние. Маникюр. Число 14 очень хорошая и энергетически благоприятная дата для маникюра. Особенно если это понедельник. Смело идите в салон и дайте своим ноготкам новых ярких цветов. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.